Оксана. Я из города Альметьевск. Сейчас я прочитаю стихотворение «Война России не нужна». Промчится непростое время, России снова сильной быть, чтобы в нее не только верить, но и гордиться, и любить. Есть в мире истина одна. России не нужна война. В тяжелых побывах сражениях, храня их в памяти своей, Россия хочет уважения, чтоб этот мир считался с ней. И пусть развязка не видна, война России не нужна. Мы победили всех когда-то, и поражений в прошлом нет. Но отмечая наши даты, мы новых не хотим побед. Такой большой была цена. Война России не нужна. Пройдя сквозь годы непогоды, Россия стала лишь сильней. Как прежде разные народы надежды связывают с ней. О прошлом помнит вся страна. Война